Банде Гуру Пададдам Дам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Жанна Самаюктам Винда Ванамано Банша Калпатару Ашчаки Пасинд Бевача Патитананг Павоне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачаланг Пангум Ланг Хайтагирим Ятки Патамаханг Банде Парамананда Мадвам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нароттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витаттихам Панутопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарана Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисвуриджи Такимапикапавадуша Дарши Пурнану Рагару Сасагару Сарамурти Сарати Камай Када Кивам Каруш Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Аджану ламбита бхужау канука бодато Шанкиртанай Капитару Камала Ятакшо Вишам Бару Диджавару Джугодхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманунга Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадане Лакшмир Джаша Вакшаши Ясьясте хиде самбид, твам нишингамахам бхаджи. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Срутим апаре, сритим итаре, бхаратам анне бхаджанту бхава бхитаха.
Ahamya Nandam Mande Yashalinde Parabrahma. Srutim Apare Sritim Itare Bharatam Anne Bhajantu Bhava Bhitaha. Ahamya Nandam Mande Yashalinde Parabrahma. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Jagadguru told, more or less we all are contaminated by Mayavad Vichar. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Jagadguru told, more or less we all are contaminated with Mayavad Vichar. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что мы все в той или иной степени оскорблены Майавады Вичаром. Основа Майавады в том, что они не верят в Верховного Господа, его вечное существование, то, что они не могут поверить в огромную, полную силу и могущество Харинама. Они не могут поверить в Гурудева Вайшнава. Они не верят в святые дхамы. И это основа Майявады. Если мы посмотрим, поищем в нашем сердце, то можно обнаружить, что действительно так, мы не должны гневаться, слышать слова. В той или иной степени мы все осквернены Майявадвичаром. Майявадвичар, он может прийти разными способами в нашу жизнь, в форме морали, в форме какой-то справедливости, честности, или в форме отречения, непривязанности, Майявада тоже может прийти. Вы не можете достичь того уровня, о котором я говорю, он недостижим и непостижим. Даже если в течение года я буду говорить об этом, как Майявада может явиться в вашем сердце, чтобы напасть на вас, чтобы развить ваше неверие в Гуру Вайшнава и Бхагавана. Даже достигнув какого-то почетного какого-то уровня, все равно Майявада может напасть. И вчера я говорил о том, что Шрила Прабхупад говорил до тех пор, пока Майявада, она преобладает во всем мире. Мы не можем получить подлинный, совершенный результат проповеди чистого бхакти. И в этом главная проблема. Шрила Бхактивинод Тхакур однажды он отправился Шрила Сачидананда Бхактивинод Тхакур taking small boy Bimala Prasad with him. Come on, он взял Бимала Прасада с собой, to see one sadhu. И чтобы увидеть одного саду, шутя, Бхактивинод Тхакур не говорил саду, поскольку саду — это такое нечто великое. Мы не можем называть саду Госвами всех подряд. И вот Бхактивинод Тхакур говорит, пойдем мы посмотрим на что-то. И вот они отправились в Северную Калькутту. И там был знаменитый саду. Он не был саду, но был знаменит под названием саду. Согласно определению саду, он саду не был, но люди его так называли. И вот Шрила Бхактивинод Тхакур отправился в Северную Калькутту рядом с Дакшинасуром. И вот множество тысяч людей собрались там. Бхактивинод Тхакур так или иначе, он смог пройти внутрь, и этот саду сказал: я не могу прикасаться к деньгам, к монетам, мое тело горит. И вот он так говорил, и Бхактивинод Тхакур улыбнулся, поскольку глупые люди не имеют представления. Все Бхактивинод Тхакур говорит, все проповедуют о том, что этот саду он развил
какую-то адвайтатву, если бы он развил такую татву, то не было бы у него двойственности, то он бы понял, что деньги, они в какой-то степени не отличны от Брама, от Брамы. И вот Бхактивинода Тхакур улыбнулся и сказал, что какие-то глупые люди не думают, что он адвайта ситхи, но он не понимает таких простых вещей. Адвайта ситхи значит, что не будет такой дуальной двойной концепции. Мы не будем видеть врагов, друзей, мужчин, женщин и какие-то такие двойственности, а будем видеть единого Брама во всем. Вот как в этой шлоке. Весь мир. И вот и люди настолько глупы, что не понимали таких простых вещей. И такие люди часто известны под названием саду в этом мире. И как же мы можем помочь этим людям? Те, кто простые кармы, не имеют представления ни о чем духовном. Иногда под именем Бхагавадсева они занимаются кармой, материальной кармой. Может, они открывают какие-то госпитали, раздают лекарства, еду, но с такой кармическими представлениями обо всем они это делают. Бхакти там и не пахнет. И вот была большая проблема в жизни Бхарат Махараджа. Пытайтесь понять. В вашей жизни эта ситуация тоже может прийти. И вы пытаетесь спасти себя. Вы должны помнить Харикатху все. Иначе, если вы забудете, это может стать причиной вашего падения. Шримад Бхагаватам приводит случай такой. Бхарат Махарадж, он совершал баджан, он был великим царем. И вот он оставил все. Всех цариц, жен, царство, детей и все остальное. Все царство, люди могут пытаться что-то оставить, но оставить пратишту, какое-то положение, склонность к уважению, они не могут оставить, это невозможно. Но Бхарат Махарадж оставил и пратишту. И после этого он отправился в лес, чтобы совершать харибаджан. И вот он отправился в лес с такой отрешенностью, с намерением совершать баджан. И вот он и совершал баджан. Это сейчас на берегу Гандаки, сейчас в том месте Непал находится. Там эта река также называется Кали-Гандаки, около Муктинатха. Когда мы посещаем Муктинатх, это очень сложное место для посещения, то там это Кали-Гандаки, и вот это Кали-Гандаки. Бхагаван в этой Кали-Гандаки, Бхагаван, он там Шалаграм Шила находится. Шалаграм, он сам Бхагаван, и там часто встречается Шалаграм, это особое место. It's not element, it's like lizard, not lizard, big animal, small. Вот там какой-то, то ли ящерица, то ли крокодил. В общем, Бхагаван для блага всего мира, он так создал Шалаграм Шилы, которые появляются в этой реке Кали-Гандаки. Они этим течением округляются, получаются такие круглые. И вот Бхарат Махарадж совершал баджан. Он был на пути Гьяна, на пути Гьяна Марга. И вот он прогрессировал, и
с утра вставал, принимал омовение в Кали Гандаке, в этой чистейшей реке, повторял аник, смотря на солнце каждый день, совершал такую практику, совершал арчану, но однажды внезапно он повторял свой аник в реке, и внезапно один лев. And suddenly open eyes and see. Увидел льва. One sea deer. Льва, но не только льва, также этого олениху, которая пила воду, она была беременна, услышав рев льва, и было нечего делать, она прыгнула в воду. Вот, ей было проще в воду прыгнуть, чем быть съеденной оленем. И вот, прыгнув в воду, у нее родился этот олененок, она умерла от разрыва сердца, поскольку эти олени очень пугливые. Если что-то случается, если могут помереть от разрыва сердца. И вот этот олененок, его начала сносить потоком воды. И Бхарат думал, что же делать, это моя обязанность спасти этого олененка, и вот он пошел его спасать. И нечем кормить было его, в смысле, ему молоко нужно было, некому было кормить его молоком, поэтому Бхарат Махарадж пошел в деревню какую-то, там попросил молока, собирал фрукты, плоды для него. И таким образом он заботился об олене, подружился с ним. И постепенно его баджан стал все хуже и хуже. Когда он медитировал, олененок подходил, тыкал его носом, просил, чтобы его с ним поиграли. И так постепенно Бхарат Махарадж потерял всю силу своего баджана. В итоге вскоре этот олененок потерялся. И из-за такого сильного чувства разлуки с этим олененком чувствовался беспокойно. В итоге он умер, думая об этом олененке. Как вот в этой шлоке говорится. Если мы думаем о чем-то, и в это время оставим тело, то мы вынуждены будем родиться в этой форме. И вот первое. В баджане мы должны знать, что привязанность и отрешенность, она постоянно приносит проблемы с слишком привязанности к чему-то или слишком отречены. И вот однажды два йога с 24-го парганаса. Это район такой, около Калькутты. И вот, в общем, они были друзья, занимались йогой, отправились в Гималайи. В итоге они собрались совершать баджан. Встретились с каким-то йогом, которым достиг какого-то успеха с их точки зрения. И они начали изучать йогу под его руководством. И вот один друг начал прогрессировать, а другой не мог. Что случилось, никто не знает. И вот один совершал йогу, достиг успеха, а другой нет. И однажды Гурудев сказал, идите, возвращайтесь домой, там вы привязаны к своему дому. Поищите, подумайте, что вас привлекает. Я не хочу вам говорить, но подумайте. But you go back to your home, I think you have some attraction. Я думаю, что вы к чему-то слишком привязаны. Вот они вернулись домой. He really had a sharp attraction for a widow lady. И действительно, какой-то йог был влюблен в какую-то вдову.
которая жила там поблизости. И вот он как-то решил эту проблему с этой вдовой, потом вернулся опять к своему городу, вот совершать баджан. Ну, причем пару лет прошло в процессе, и потом он начал быстро прогрессировать и достиг успеха. И вот привязанность и отвращение к чему-то, они являются препятствиями на пути баджана. Бхарат Махарадж, он был привязан, привлечен этим олененком, хотя совершал гьянамарг баджан, на пути которого мы все должны чувствовать единым брамой. И вот у него была такая гьяна, смешанная с бхакти, а майвади, они лишены бхакти, но Бхарат Махараджи был гьяна миша бхакти. То есть гьяна, знание, смешанное с бхакти, с преданностью. И вот он совершил арчану и прочие виды баджана, и тем временем обычные люди, они не имеют представления, они постоянно куда-то бегут. Не туда, и Бхактинат Таку говорит вот про того так называемого саду, что все называют его достигшего Адвайта Сиддхи, но он не имеет даже такого представления простого об этом. И вот однажды Шрила Санта Госвами Махарадж, однажды один Майвада Веданти на открытом собрании, вот много саду было приглашено, и Шанта Госвами Махарадж находился там, этот Майвади, он тоже был там. И вот ему дали слово на этом собрании. И этот профессор Майвади начал говорить все о Майвади. Что нет ничего, кроме Брахмы, все Брахма. Этот феноменальный мир ложен, подобен сну и прочей ахинеи нести. И, в общем, закончилось, Санта Госвами Махарадж начал говорить. Санта Госвами Махарадж started speaking, Sarvam Khaludam Brahma, everything is Brahma. Что вот, согласно этой шлоке, все Брахма, а ты тоже Брахма, я Брахма, да. Это Санта Госвами Махарадж взял палку, замахнулся на него, хотел ударить. И этот профессор сразу пытался убежать. Шанта Махарадж сказал, ты что только что сказал, что вот, согласно этой шлоке, не должно, нет у тебя никакого страха, что все Брахма и так далее. Все смеются над ним начали. И вот Шанта Махарадж, просто замахнувшись палкой, так помог ему понять ложность все этой майвады. То есть он в соответствии со своими словами вел себя совершенно по-другому. Если была бы дуальная концепция, то тогда нужно бояться. Если говорить, что дуальной концепции нет, то и страха, соответственно, нет. Как в Бхагаватам, в этой шлоке говорится, что если вы ваше внимание поглощено этой двойственностью, то тогда страх возникает. А если ваш ум погружен в лотосные стопы Бхагавана, Гуру Вайшнавов, то тогда никакого страха не возникает ни в каких ситуациях. В моей жизни тоже было множество ситуаций, но я не чувствовал страха. И в тех местах, где оскорбляют или игнорируют Гуру Вайшнавов, мы должны уходить из этого места, но я... Но я все равно должен продолжать говорить харикатху ради собственного блага и не бояться ничего. Если мне не нужна ни практичка, ни деньги, ни какие-то другие материальные вещи, то у нас не должно быть никакого страха, и поэтому не нужно общаться или как-то разговаривать с Майвади, поскольку это может
стать причиной того, что вы потеряете баджан, когда и вот мы должны избегать общаться с Майавади в той или иной степени, всячески избегать, иначе это может стать причиной нашего падения с пути Хари Баджана. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что весь мир, множество людей, они поклоняются этому так называемому саду, и Майавада, она может прийти на путь нашего баджана в форме отречения также, в форме непривязанности, как этот глупый саду заявлял, что не может касаться денег, но его отречение было ложное, но отречение Шиваспандита или Бхактивинода Тхакура, это Юкта Вайраги, это подлинное гармоничное отречение. Но если люди не понимают таких плоских вещей, то как же помочь им? И вот Майавада может прийти в форме морали, славы, в форме какого-то мерила и прочих формах. И вот эта шлока, с которой начала, она очень важна. Рагхупати Упадхьяй, который получил полную милость Мадхавенды Парипада. Мадхавенды Парипад, он колонна нашего Гауди Баджана, он подобен колонне. И перед Махапрабху он говорит, этот Парат Парахилешва, Своям Бхагаван, непостижимый, насколько мы удачливы. Мы обрели возможность находиться в даме, там, где явился сам Гауранга Махапрабху. Насколько мы удачливы, но все же мы не можем прогрессировать. Почему же так? Поскольку все пылинки, даже пыль в даме настолько драгоценна, что Брахма Шанкар не хотят взять эту пыль к себе на голову. Это наш Прабхудананда Сарасвати говорит, что это Навадвип Дама. Она больше, она Вриндаван, Навадвип, она более милостлива, более велика, чем Вриндаван, хотя говорится, что они не отличны друг от друга. Навадвип Дама, она более важна, Прабхудананда Сарасвати в Дама Махиме проставляет Навадвипу. Пытайтесь видеть, слышать, чтобы что-то понять о славе Навадвипа Дхамы. Но смотрите, Прабхудананда Сарасвати Пат, он никогда в своей жизни физически не был в Навадвипе, но он написал такую великолепную поэму о славе Навадвипа. Хотя он физически никогда был, может, возникнет вопрос, как он смог написать, не будучи тут физически. Но Навадвипа — это не то, что мы можем видеть своими глазами и ушами. Трансцендентная Навадвипа, она явилась внутри его сердца, и он написал ее славу. Странно выглядит. Шаруб Госай, он в своей жизни никогда не был во Вриндаване. Он дошел до Варанаси, и все. С Варанаси там недалеко, достаточно недалеко, там километров 500 где-то. I don't know why. I'm not disturbed. Only I like to close my eyes and stay peaceful. I never feel you can lock me inside room. I cannot stay. Make me free. Нет, Махарадж говорит, что у него нет сейчас желания куда-то ездить по разным местам. И вот Сарупа Госвами никогда never went to
физически не был во Вриндаване, но он описывает славу Навадвипа, славу Вриндавандхамы. И вот мы должны верить то, что этими невооруженными глазами мы можем видеть только простыми материальными глазами, мы можем видеть только какие-то материальные вещи, плоть и кровь. А мы должны развить наше духовное видение, и тогда мы сможем увидеть подлинный Вриндаван. И вот смотрите, почему я говорю так, поскольку эта шлока, с которой начала, она произнесена Рагхупати Упадхьяем. И что же он говорит? Она на санскрите. Шрутим апаре сритим итваре Бхаратам анне бхаянту бхава питаха ахамио нандам манде ясалинде парабрахма. Смотрите, какую огромную веру в лотосные стопы Шри Кришны он имеет, и поэтому я хочу сравнить это. И вот тут ты произнес эту шлоку, Рагхупати Упадхьяя, какой он великий преданный, какую огромную веру он имеет в лотосные стопы Кришны и Нанда Махараджа Яшоды Вриндавана. Смотрите, какую огромную веру он имеет во все это. Она, его вера, она не очень крепка. И вот Рагхупати Упадхьяя улыбается перед Махапрабху и говорит: о Прабху, чтобы спастись с этого материального мира, кто-то изучает Шрути, Веду. Кто-то изучает Смрити, есть Шрути и Смрити. Шрути means Veda, and Shruti means which is coming from lotus mouth of pure devotees. Смотрите, они исходят из лотосных уст преданных, как Ману Самхита, а Шрути — это Веды. И тех и тех Шрути, смотрите, их очень много. Есть Санат Кумар Самхита. Она к категории смрити относится, Самхита, есть Ману Самхита, Ганга Самхита, они смрити, они... Кто-то следует Шрути, Ведам, кто-то смрити, чтобы пересечь этот материальный мир и освободиться от влияния этой материи. Они могут делать и то, и то, а другие, они следуют Махабхарате. Бхарата в этом шлоке значит Махабхарата. Вот без позволения Гурудева мы не должны делать все подряд. Мы должны делать все под руководством Гурудева. И если у нас есть связь с Гурудевом, то мы можем быть руководимы Гурудевом издалека. И тогда все наши действия, все они будут производиться под контролем Гурудева, по его милости, по его воле. И следовать наставлениям Гурудева — это путь к успеху. И вот кто-то следует наставлениям Махабхараты. Но Рагхупати Упадхьяя говорит, что я сам, я хочу поклоняться лотосным стопам Нанда Махараджа, поскольку в его дворе Паракилешар Парабрахма он играет. Смотрите, насколько он
умен, хитер, пускай кто-то изучает Махабхарату, Шрути или Смрити, а я хочу взять Нанда Махараджа за его лотосные стопы, поскольку я сделаю это, Кришна, который играет у него во дворе, он тоже будет достигнут мной. И вот Парад Паракхилишва, Парабрама, Бхагаван Кши Кришна, он играет, ползает на веранде этого Нанда Махараджа. И это самый простой путь достичь Кришны. Зачем столько сложностей на себя брать, изучая Шрути, Смрити или Махабхарату, если можно пойти к Нанде Махараджа? И мой гуру Падпадма приводил такой пример. Мы достаточно глупы, и гуру Падпадма, он давал такой пример. О, мои дети, вы слепы, вы не можете видеть самый простой путь обретения милости гуру Вайшнавов и Бхагавана. И вот мы должны помнить одну шлоку. Она произнесена Шанкар Бхагаваном. И вот Шанкар Бхагаван, он в разговоре с Парвати произносит эту шлоку, что среди всех видов баджана Вишну баджан, он наивысший, наилучший. И вот Шанкар Бхагаван говорит Парвати: среди всех видов баджана Вишну баджан, он наилучший. Но более важно поклоняться лотосным стопам вайшнавов. Если вы поклоняетесь вайшнавам и любите их, то вы достигнете успеха. И что говорит Шанкар Бхагаван здесь? Сарвешам Вишну Арадханам Парам. Арадхананам Сарвешам Вишну Арадханам Парам. Ташмат Паратарам Деви Тодиянам Самачам. Шанкар Бхагаван говорит. И вот Шанкар Бхагаван говорит здесь: если вы поклоняетесь Гуру Вайшнавам, то Бхагаван, он вынужден прийти к вам. Где Бхагаван, где вы увидите во всем этом бесконечном мире, где Кришна и где мы? Но если мы сможем взять Шрилу Прабхупаду или другого чистого вайшнава за его лотосные стопы и предаться им, тогда мы с легкостью сможем достигнуть Кришны. Мой Гурудев говорил: о, мой сын, возможно, ты помнишь эти пастухи, когда они пасут коров. Кришна тоже этим занимается. И вот коровы. Если коров тянуть, они очень крепкие, здоровые, сильные, их невозможно заставить куда-то идти. Можно как-то уговаривать, просить. Они все равно будут есть траву и... И не замечать ваших усилий. Если взять теленка и с ним куда-то пойти, то коровы, они автоматически пойдут за этим теленком. И так показать ей коровы, что вот мы с этим теленком собираемся уходить, и корова, она пойдет сама за нами, оставив все свои занятия. И также мы пытаемся что-то сделать, но все малый эффект имеет. И вот я говорил о Прахлад Махарадже. Прахлад Махарадж, он получил полную милость Нарады. И вот Прахлад Дудда Махарадж, они оба получили милость Нарады. И вот если есть какое-то желание у нас, какое-то неправильное представление о чем-то, то нужно прийти к Гуру Вайшнавам, они помогут нам избавиться от наших проблем, как Дува Махарадж. Как вот в предыдущем этом примере с этими йогами был такой пример. Дува Махарадж, его
случай он особен. Поскольку есть у нас какие-то желания внутри нашего сердца, мы не сможем обрести Бхагавана. Но смотрите, случай Дуру Махараджа был особый, поскольку у Дуру Махараджа была такая особенность. И в чем она заключалась? Он чувствовал какое-то беспокойство каждую секунду. Он думал, что Бхагаван придет прямо сейчас, и он с такими мыслями. У Бхагаватам Вишвана Чакравати, он в комментарии пишет, обычно кто-то с каким-то желанием, если мы совершаем баджан, в этом случае невозможно встретить Бхагавана, но в случае Дхрува Махараджа был особен, поскольку Дхрува, он был маленький, у него не было такого осквернения ума, как у взрослых. Ему было всего 5 лет, и в этом возрасте он ум обычно не так осквернен, и он из кшатри происходил. Они очень так решимы. И вот он решил достичь Бхагавана. И хотя он начал баджан с мыслью обрести трон своего отца, но это его желание не было столь сильного, как дети играют с игрушками. Иногда выкидывают их. Иногда вот с куклами играют, иногда их выкидывают. То есть несерьезно все. И хотя Дхрува Махарадж начал свой баджан с какой-то целью материальной, чтобы сидеть на коленях своего отца на его троне. Sanavilasam tapasasthitam tvam praptabham deva munindu gujjam kacham vichinna nopi dibbaratnam swamin kithartosmi paramna jacha. What speaking? Sanavilasam tapasasthitam. First point. Sanavilasam tapasasthitam tvam praptabham deva munindu gujjam Качан бичинна нопи дибба ратнам швамин критартосми барам на джачи. That's mean, I already told meaning, but I will remind you. И вот что это все значит. Дхрува Махарадж сказал, хотя у Бхагаван я начал свой баджан с одним желанием и по милости Нарады, поскольку он побрел гуру Грипу. Этот маленький мальчик, он... Он, этот же Дхрува, всего лишь 6 месяцев назад, и вот полгода назад, когда он начал баджан, с каким-то желанием сесть на троне, на колени своего отца, и через 6 месяцев он как... Как он пришел к такой зрелости за полгода всего лишь? Возможно ли это? Пять лет начал баджан, 5,5 лет уже. Как было возможно для Дхрува Махараджа развить такое знание баджана? Только по милости Гурудева. Гуру Крипахи Кевалам. Гуру Крипа — это единственный источник всей милости. Если мы будем игнорировать эту Гуру-татву, Гуру-татва одна, единая Садгуру-татва. И в течение 6 месяцев, как для Дхрува Махараджа было возможно, просить Бхагавана о том, что ему уже не нужны эти материальные цели. Он сказал, что был глупый, поэтому просил таких. Таких недостойных вещей. Он сравнивает, что и стремился
найти какие-то осколки стекла, но сейчас обрел сияющий бриллиант в форме тебя, о Господь, и поэтому не имею никаких желаний опять искать эти осколки стекла. И вот мы должны понять это. И вот мы должны видеть такую огромную веру Рагхупати Упадхьяя. Он имеет огромную веру в лотосные стопы Нанда Махараджа. И Гуру Махарадж говорит, если мы не можем привести, как сдвинуть с места корову, то можно взять теленка, и корова сама пойдет за нами. И главное, Сиддханта... И много раз мы слышали, что без Нанда-Нандана Шри Кришны, и вчера я тоже говорил, может, не все помнят о Кадамбе. Это очень важный случай. И Джива Госвами спрашивает Шринивасачарью, Шринивас, можешь ли ты сказать причину, по которой это Кадамба Врикша радуется, весь Вриндаван, он страдает от разлуки с Кришной. А почему эта Кадамба, она радуется? И Шринивас ответил, Кришна, он посадил это дерево, то есть он посадил это дерево сам и думал о нем, поэтому это дерево Кадамба, думая, чувствуя, что Кришна думает о нем, оно радовалось. Гуру Махарадж, он может заботиться о нас, думать о нас, чтобы Гуру Махарадж, он в вечной даме, но все же он заботится, защищает нас, почему это кто-то думает, что это невозможно. Хотя даже в материальном мире, например, черепах можно видеть такое, и вот все в Раджаваси, даже коровы, они были убиты горем разлуки с Кришной, они были полуживы, полумертвы. А это дерево Кадамба, оно радовалось. И вот суть в том, что когда Кришна он отправил Удава, я уже сказал, как Удав сказал, как конкретно ему нужно идти, чтобы обрести наивысшее благо. Можно встретиться с множеством мест его лил, как Брахмарад, Акругат и прочие места. Там, где все Враджаваси, они увидели Галоку на берегу Ямуны. И потом можно пойти в Акругат, где Акура возвращается с Вриндавана, он принял омовение в том гате. И Кришна Баларам, он сидел там на колеснице, а Акура тем временем принял омовение, повторил они. И там он увидел Вайкунтху и Кришна Баларама. Смотрит, они сидят на колеснице, и Акура, он был озадачен, что они вроде сидят на колеснице, а когда я окунулся в Ямуну, тоже вижу Кришна Баларама, там он опять окунулся, смотрю и думаю, что же это, он увидел Вайкунтху. И это то самое место Акхургат. И от Акхургата you can go a little far.
чуть-чуть дальше, там место этих жены браманов накормили. И Кришна с Баларамой, и всеми пастушками, то место, где Ангира, Риши и прочие, они совершали яги во времена Кришны, и когда Кришна просил какой-то еды, ему ничего не дали. И это то самое место. From there, Krishna guiding, Krishna guiding, Uddhav, и вот Кришна, then you он... can go and you can meet Kaliarat. Kaliarat. Продолжает, там Kaliarat, есть место, you know, где это жил змей Калия на берегу Ямуны, Ямуна, она там впадает в какое-то озеро, и там такой закрытый водоем. Озеро Рат называется, и если река попадает в море, это лагуна называется. И вот там Кришна говорит Уддаве, и ты там можешь увидеть это место Калиянага, там, где я сражался с Калией, и тем временем я позволил ему уйти из Вриндавана. Я отправил его в Раманадвип, это далеко достаточно. И следующее место. Гарур Говинда. То место, где Гарур Говинда. Siddham, Siddham. In course of playing, Krishna speaking. Siddham, you become Guru, Guru Bhagavan. И вот там Кришна говорит Сиддхаме и сказал Сиддхаму, чтобы он исполнял роль Гаруды, Гаруры. И как в детстве мы иногда, кто-то играет роль лошади, кто-то наездника. We have done this kind of play. Some boy going to become horse, and we are riding. This kind of playing we done, small boy. So naturally, Krishna going to ride Siddham. Он Siddham is now ездил на этом Сриддхаме, который that is the place исполнял роль Гаруры. И это то самое место Гару Говинда, где Говинда Кришна сидел на Гаруде, который так делал, что он Гарура. Guru Govinda you can find in the Bhagavan speaking in four with four hands. Там Бхагаван говорит в четырьмя. Я там явился в четырехрукой форме. There, after that, there is one Shatikara, we say Sahara. It is actually name. We say Shatikara. Потом Шатикара. It is actually temple stand, bus stand, Shatikara. Actually not named Shatikara. It is actually Shahara. Shati. Shakikara. Shakikara. After that you can go further. Этого, you can meet Khadirvan, you know? Дальше, если пойти там, Кандирван, где Лаканат Госвами совершал баджан. Раджаваси называют это место Кайра. Там же Бакасу, когда он где все эти пастушки с Кришной. Эти в Раджабасе, они в Раджабасе говорят. Кайро, 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 аре кхе пелло, кхе пелло. I am going to eat up. Кайро is Khadir. Кайро is going to eat up. Run, going to eat up. That's why Khadirvan. В общем, это место Кадирваном называется, где этот Бакасура, you know, пытался кого-то съесть. After that from Khadirvan, after that from Khadirvan, you can move further. After that from Khadirvan, следующее место. Там Паван Сарова. Well, very nice
очень прекрасное место Павансарва. И на этом Павансарва, если вы хотите принять омовение, то это различные... И с этого Павансарвара можно там увидеть дом Нанды Махараджи. Это там Махадев в форме этого холма, он наслаждается лилой Бхагавана. Нандишвар Бхагаван, он сам принял форму. И Варшана, Борошану. Борошану, this, you know, this name. This hill, Brahma. Brahma going to take the form of that hill. Брахма принял форму. It's called Varshana. Varshana hill is actually Brahma. And Nandishwar Parvat is actually Nanda Maharaj. We are lucky. Нандишвар, он принял форму этот Нанды Махараджа, и там, ну, вот здесь вот мы можем видеть Баджакути Бхактивинода Тхакура в Нандаграме. И Бхактивинода Тхакура описывает, что здесь это... И вот это место олицетворяет собой Нандаграм, там, где Бхактивинода Тхакура, Баджакути, а Майпур, Гокул. И вот, смотрите, сейчас Кришна, он ведет нас, что таким образом мы можем... И вот в соответствии с этими наставлениями, Удав Махарадж, он... Because actually, if you calculate, вот, you can suspect, Mathura, можем заподозрить, что от Матхуры до Нандаграма достаточно далеко. Ну, то есть не очень далеко, можно утром. То есть, ну, в общем, там недалеко. Почему так долго ехал, в этом вопрос? У кого-то сомнения могут возникнуть, и ответ в том, что мы нашими материальными глазами и материальными представлениями о жизни пытаемся подсчитать, что, где, когда, сколько ехать, какое расстояние, но эти подсчеты не применимы к духовному. И материальное время, оно неприменимо здесь. Время, место, пространство, оно неприменимо. Эта концепция, она не подходит к ничему духовному. Радхарани с своего дома. Вот Радхарани отправилась сначала в Кусум Саровар. Это Суман Саровар. И там она собрала эти цветы, вернулась в Радакунду и оттуда. И вот она и со всеми сакхами собралась на Сурья-кунду, чтобы поклониться Сурья-бхагавану, Кришне. И зачем Радхарани поклоняться этому Богу Солнца? Нет, Радхарани, она хотела обмануть Джатилу Кутилу, а сама была, хотела быть занята в Сурья-пудже. Она хотела служить Кришне, ничем иным не заниматься. И вот она собрала цветы, вернулась на Радакунду, потом на Сурья-кунду, там
не так далеко. И вот, то есть, то есть там расстояние не совсем близко и не совсем далеко. То есть иногда такие расстояния, что нужно там весь день или больше даже идти. А как Радхарани в одном, в нескольких местах за день успевает оказаться, это странно выглядит. Но концепция времени, пространства, материи к Вриндавану неприменима. Раньше я говорил об одном Нимбарка саду. С утра созерцал арати Говинды, потом на Гвардхане, на Равшане, в Нандаграме. Оказывался все это в один день, хотя расстояние огромное. И вот в Раджавасе его знают, его Нага Баба звали. Он голый не ходил, но просто имя такое было у него. Он не был с Нага Сампрадая. И просто называли его Нага Баба. И как для него возможно было оказываться в стольких местах в один день? В Вриндаване он Арати совершал, потом Гавардхан Парикраму совершал, на Варшане был, на Нандаграме. Все, без всякого транспорта. И он был Сидда Махатма, мог оказываться так в разных местах с огромной скоростью перемещаться. Пил только молоко, не тратил время на поедание чапати, риса и прочего, только молоко пил. Если никто ничего не давал ему, он тоже не обижался. И вот, если такие саду возможны, Санатан Гусай был, как он совершал парикраму Говардхана, если я... Мы знаем, какие-то саду совершают парикраму. What the use of being this kind of, after parikram, if seven people going to serve your lotus feet, no, this kind of parikram is not good. Какие-то саду под видом совершения парикрама занимаются непонятно чем, но Санатан Гусай каждый день совершал парикраму Говардхана. How much time it will take to do more than parikram? То есть какие-то саду вроде совершают парикрама, потом множество людей служит им. Это глупо, это не цель совершения парикрама. И вот Сидда Махатма не совершают парикрама, не как мы. Как этот Бабаджи Махарадж Санатан Гусай тоже, он в пожилом возрасте столько совершал парикрам, что здоровому человеку в молодом возрасте столько не обойти за неделю даже. И вот нам не нужно думать о таких мелких вещах, как время, пространство и материя, это автоматически гармонизируется. Вот Радхарани совершает все служение, у нее нет часов, она не смотрит, что сейчас 11, надо то делать, или все автоматически и с помощью йога-майи. Почему я все это говорю? Йога-майя, она помогает, она организует, подстраивает все. Если идти, например, километров 100, то по воле йога-майи на Насурипунде оказывается практически мгновенно, потом опять оказывается на Радакунде. Может, кто-то слышал такое понятие путешествия во времени, если мы так перемещаемся во времени, то это время, оно сжимается или меняется как-то. И поэтому вот в этом относительном мире можно видеть, что все действует в соответствии с временем, пространством и материей, но в духовном мире такого нет. Это Галока Вриндавана, поэтому по воле йога-майи те, кому надо, эти духовные жители этого духовного мира, они оказываются в любом месте, в любое время, практически мгновенно перемещаются по всей этой Раджа-мандале. И вот Удав Махарадж с таким
не так, как мы с вами, что Кришна дал вам обязанности, нужно их исполнять. Не какие-то обязанности, а он с великой радостью, любовью, вдохновением он отправился в Враджадаму, там, где Кришна совершал свои лилы, он клонился всем местам и совершал эти лилы, и находился там какое-то время. И также в Враджадаме все заняты днем, заняты своими коровами, поскольку главная занятость в Раджавасе – пасти коров. Они эти молочники, они разводят коров, пасут их, доят, кормят, и так весь день заняты с коровами. И вот Удав думал, я посещу различные места лилы, приму омовение там, выпью воды, буду там какое-то время, и это очень хорошо для меня, если я во Вриндаван приеду ближе к вечеру, поскольку те враджаваси заняты с коровами, их не будет, надо баба тоже куда-то уйдет со своими коровами. Поэтому с такими мыслями Удав решил не спешить и так постепенно посещая все места лил Кришны, он достиг Вриндавана к вечеру. И вот достиг он Павансарова, принял омовение там, увидел дом Нанды Бабы оттуда. Был очень счастлив и вот он оставил колесницу там, и перед тем, как достичь этого места до подножия Нандишвара Парвата, случилось чудо. Удав Махарадж смотрел. Все эти пастухи приходят домой, возвращаются с пастбищ, и много пыли от их коров. Не могу видеть, что происходит, поскольку много коров. Когда проходят, тем более быстро, то пыль поднимается. Even you cannot see anything, so dust. First point. И вот Удав Махарадж решил так, почему, чтобы обрести пыль с лотосных стоп коров и пастухов. Поэтому он пришел в такое время. И перед тем, как войти во Вриндавандаму, во Враджадаму, он хотел принять омовение в пыли стоп коров и пастушков. Как мы совершаем абхишек, омываем божеств вот этими вещами. Молоком, медом, йогуртом, водой. И вот Удав также, он хотел принять омовение в пыли со стоп коров. И также он думал, что наверняка по этой пыли ходил сам Кришна и Баларама. И также в Навадвипе пыль, может, те пылинки остались, по которым ходил Махапрабху Нитянанда, и может, с помощью ветра или еще чего-то они попадут к нам на голову. Это очень благодатно. И вот Удав с такими же мыслями и также, когда мы совершаем парикраму святых дам, то тоже велика вероятность, что та пыль, по которой ходили Кришна, Баларам, Гора Нитянанда, не попадут к нам на голову. И вот Удава тоже перед тем, как войти во Вриндаван, он решил принять омовение в пыли с лотосных стоп коров и в Раджавасе. И без этого мы не сможем развить наше качество, чтобы войти во Враджадаму. Какая прекрасная сиддханта. Наишаммати ставадуру краманги спришят танартапгамо джадарто
Mahiyasam Padarajo Vishekam Niskinchananam Nabrinito Java. Who's speaking? Кто произнес это слово? Прохлад Махарадж. Ваши попытки не могут достичь такой высоты. Вот Прохлад Махарадж, он думал, он говорил перед Нарсимхой такие слова. То есть люди не могут понять, что происходит на Вайкунте во Вриндаване, кто такой Гурудев. Может, там, может, мы думаем, что мы знаем шастры Гурудев, может, чуть лучше знает, но это не Гурударшан. То есть, но большинство людей так воспринимают все, что такое Гурударшан, если мы не можем видеть Гуру в должном свете. То без осознания гуру-таттвы мы не сможем прогрессировать на пути баджана. И вот пока мы не сможем принять омовение в пыли с лотосных стоп чистый гуру вайшнавов. Много раз я говорил об этом. Кришна говорит, я иду за своими преданными. Я говорил об этом Сиддханте, но может кто-то забыл. И Кришна говорит, что я всегда двигаюсь за своими преданными. Почему? Поскольку мои преданные, когда идут, то пыль поднимается за ними, и она попадает на мое тело. И мое тело, на нем присутствуют бесчисленные браманды, и таким образом они очищаются. И вот пылинки с лотосных стоп Гуру Вайшнава, они попадают на меня, и таким образом очищают все миры. Вот в этой шлоке говорится, что Кришна, он идет за своими преданными, чтобы пыль с их лотосных стоп вайшнавов попала на его тело, и Кришна говорит, поэтому я всегда нахожусь за чистыми преданными. И в этом Сиддханта, и вот Удав Махарадж вначале, он принял омовение в пыли с лотосных стоп Раджаваси и коров, и Шанкара Бхагаван, он хотел силой войти в Расалилу, но не смог. И такие попытки, такие, эти, вход воспрещен, посторонним нету. Вроде как никто не мешает, но невозможно войти, только по милости. И вот когда Шанкар Бхагаван обрел милость, то тогда он был позволен участвовать в этой Расалиле, он в теле гопи вошел, он поменял тело. Родился как гопи, но не перед этим. Просто в материальном теле, в теле Махадева, невозможно было попасть в Расалилу в таком внешне грязном, непристойном виде с крематория. Так что Праджапати его всячески оскорблял за то, что он выглядит так стрёмно. Но Шива, он лучший из вайшнава. И в итоге Шанкар Бхагаван, он отправился в Манасаровар, он принял омовение там, и там он обнаружил, что он в Гопи-бхаве, и его тело и поменялось, оно стало как тело Гопи и Парвати. Он одел его, украсил. И тогда он смог участвовать в Расалиле, но без этого невозможно войти в Расалилу. И вот Удав Махарадж, точнее, он имел такие прекрасные мысли и действовал так. И второй вопрос может возникнуть, что
уже было сказано, что вся Враджадама была в таком плачевном состоянии. Как Удав все созерцал в таком прекрасном виде? Вопрос может быть, как Удав, он мог видеть все в таком обычном виде, как все было во время Кришны Баларама, а не тогда, когда они ушли. Почему он созерцал такую сияющую, радостную Вриндаван-даму, хотя все умирали от горя разлуки? И как это было возможно для Удавы созерцать Вриндаван в таком радостном виде? We can also here we can see. We can discuss tomorrow how possible for Uddhava Maharaj. И вот завтра мы будем обсуждать, как для Удава было возможно видеть все в таком радостном виде. Janmana braja seyat indira shashadatrahi. Listen. Вриндаван был украшен, и это красоту Вриндавана, как он мог видеть в то время, как все умирали от горя разлуки с Кришной во Вриндаване. Почему Удав видел радостный Вриндаван, когда там присутствовал Кришна? Как это было возможно? Вопрос такой может возникнуть. И ответ в том, что мы забыли, я уже говорил, что вся Кришна Лила Махапрабху рассказывала не Санатани Госвами. Санатан спросил, как Лила, она вечна. И Махапрабху говорит, смотри, каждая Лила, например, сейчас я говорю, в какой-то Брахманде, что Кришна является. Прямо сейчас, в это время, в какой-то Брахманде Кришна рождается, в какой-то Брахманде Кришна совершает Калия-Даман-лилу, сражается с Калией, в какой-то лиле Яги-Патни-лила происходит, в какой-то лиле, в какой-то Брахманде Кришна пасет коров. В каждой Брахманде, где какая лила происходит, кто может сказать? Кришна говорит, Чайтанья Махапрабху говорит, бесчисленные Брахманды. Сначала мы должны понять значение слова «бесконечные». Бесконечные Брахманды. Каждая лила, она происходит прямо сейчас. Прямо сейчас Дамбандан лила происходит. Или Сати Бути Муни, вот он Сати, написал такую аштаку, Дамодара аштаку. This lila eternal. И вот эта лила, она вечна. Сативрата Муни, он созерцает эту лилу. Намамишварам. Наша Гуруварга говорит, она вечна, эта лила. Не то, что когда Дамодар лила начнется. Кто-то эта материальная концепция, она не применима в какой-то Брахманде. Сейчас, в этот момент, она происходит, Яшода ловит Кришну за то, что он ворует масло и прочие его дела. И
связывает его, привязывает к ступе. И тогда Мадхава Лила может явиться перед вами, если вы совершаете баджан или какая-то другая лила. Поэтому время, пространство и материя, они не могут иметь влияние на лилы Кришны. Они, эти лилы, они за пределами влияния времени, пространства и материи. И вот все лилы, они вечны, поскольку в какой-то той или иной брахманде, и вот циклически, да, все происходит, и как же определить, где начало, где конец. Лила, она вечна. И вот сейчас я хочу закончить, и завтра буду продолжать. И вот, хотя мы знаем, что все лилы вечны, но по желанию Кришны, если мы будем изучать Удхавасамвад, но есть глубинное значение, мы должны понять суть всего этого, почему. И вот суть того, почему Удав, он имел возможность видеть ту же самую лилу вместе с Кришной и Баларамой, когда Кришна там был. Хотя его уже там не было. Мы читали раньше, что Вриндаван был в таком плачевном состоянии из-за того, что Кришна ушел из Вриндавана, но лила, она вечна. И поэтому по желанию Кришны, так произошло, йога майя, она проявила предыдущую лилу. Ну, предыдущую, она как бы вечна, но так ту лилу во время, то состояние Вриндавана, когда Кришна Баларам находился там, и вот по желанию Кришны, Кришна решил явить ему такую лилу. И Кришна подумал, что если Удав по пути не увидит Вриндаван, который был во время присутствия Кришны, то он будет слишком опечален. То есть сначала он увидел такой радостный Вриндаван, где происходят все эти активности, все действия во время присутствия Кришны. И вот Удав видел, созерцал все это гопи, когда они пахтали молоко. Они, он видел, как они пели про Кришну. Поскольку если бы Удав пришел в Вриндаван, который умирает от боли разлуки с Кришной, то там бы никто ничего не делал, просто страдали от разлуки. И постепенно так, чтобы у Удавы не было несварения такого. Поэтому сначала Кришна явил ему лилу, когда он был во Вриндаване, и потом уже тот Вриндаван, где нет Кришны. И вот завтра я продолжу говорить о как Удав встретился с Нанда Махараджи, что он увидел. И вот я расскажу о той плачевной ситуации. Найшан мати става дуру краманхин спришаттанартап гамо жадарто махи асам падарожо висекам нискинчананам но принято яват ванчакалпадару сике басиндибавача пачитанан павана бхавашнабхио. Try to go deep into this philosophy. You can forget thirst, hungry attitude, all you can forget.